И возникла проблема, как делать рассылочку, когда мы сделали семинар, ну или любое другое мероприятие. Для рассылки нужно подготовиться. Рассылка делается либо по заранее спроектированному списку. Мы залогинились, мой профиль делаем. Сейчас. И настройки моего профиля. Settings. Так. Вот у нас emails есть. Да нет, они так. Favorites. Нужно favorites users сделать. Тут я добавил пользователей. Пользователи должны быть заведенные в Индика уже. То есть я или заранее их завел, или они уже там есть. Тут поиск по имени, search, он появляется, ну, скажем, Кайдамака, вот она, раз это и добавили. После того, как мы сформировали список рассылки, давайте попробуем сделать какой-то ивент и рассылку организовать. Ну, вот я вот на математической модели create event lecture. Lecture он плоский такой ивент, там только вот одно сообщение и все. А если у нас митинг, там можно его сессии сделать на несколько дней. Это вот какое, например, если человек приезжает, читает лекции на несколько дней, то это уже митинг. Ну вот, тест, семинар, где происходит, ну, пусть 110-й. Создаем. Тут мы задаем description, описание этого семинара. Тут мы спикера зададим. Можно или из списка своего, можно вручную набрать спикера. Неважно, этот спикер будет отображаться в заголовке. И вот у нас участники. Пока не включена регистрация, мы создаем регистрацию. Start now запустили. До какого числа? Ну, скажем, до 8. Модификация до 8. Запустили все. Основные настройки. Ну, вот давайте мы сделаем настройки, что пользователь может менять свое участие, ну, скажем, не хочет участвовать, отключился или так далее, или поменять свое имя, титул, не важно. Значит, это для тех пользователей, которые с аккаунтами, но мы и без аккаунтов подключим. Мы вот так вот Publish Number of Registration сделаем, чтобы было видно, сколько человек зарегистрировалось. Можно Publish Registrations сделать, чтобы виден был список тех, которые зарегистрировался. Вот, Save. И давайте мы разошлем Invitation. Вот, Invitation. Invite. Можно нового пользователя, тогда вручную. А мы можем Индика пользователей. Значит, вот тут у нас такое письмо. Из полей пользователя возьмется его имя, потом event, потом ссылочка сгенерится, по которой он может зарегистрироваться. Поставим вот тут черточку, и тут вот вставим всю нужную информацию, более подробную о семинаре. Это от кого?
Значит, добавить пользователя. Мы вот тут вот выбрали просто список add, и вот у нас получился send, и всем разошлется это письмо, будет приглашение. После этого эти люди появятся в списке приглашенных, можно будет убрать приглашение, оставить, посмотреть, зарегистрировался он или нет. Вот таким вот образом делается приглашение на какое-нибудь мероприятие.